Спасибо большое. Прошу вас. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Я рад приветствовать всех участников итогового форума сообщества. По традиции, которая сложилась за последние годы, это мероприятие приурочено и проводится в стык с Днем народного единства, с нашим праздником. И это естественно, потому что сам этот праздник символизирует гражданскую активность, добровольчество, солидарность. И нынешний форум, как и предыдущие, вновь собрал людей очень деятельных, энергичных со всей нашей огромной страны. Только что вот мы вместе с коллегами познакомились с успешными социально значимыми проектами, встречались с теми, кто над ними работает, и, что важно, с теми, чью жизнь эта инициатива или эти инициативы реально меняют к лучшему. Не скрою, мне было очень приятно и очень интересно познакомиться с тем, что и как делают люди, делаете вы. И вот просто некоторые вещи удивительные. Небольшими силами и, честно говоря, за небольшие собственные средства проводится такая добрая и масштабная, что очень интересно, часто просто масштабная работа. Я хочу поздравить авторов проектов, которые сегодня получат заслуженные награды. Ваши успехи доказывают, что у тех, кто действует, стремится объединить усилия для достижения общих целей, есть большие возможности и огромное пространство для самореализации. Такие проекты, безусловно, заслуживают признания и, конечно, поддержки. Мы, безусловно, продолжим создавать благоприятные условия для развития некоммерческого сектора. Как вы знаете, за последние 5 лет был существенно в 7 раз увеличен объем программ президентских грантов для НКО. В общей сложности на эти цели было направлено 22 миллиарда рублей. Вот если в 2012 году мы начали с 1 миллиарда, то в этом году уже 7 с лишним миллиардов. Сама процедура участия в конкурсе, коллеги мне сейчас еще поподробнее рассказали об этом, рассказали, вернее, о практике применения этих процедур, стала более удобной для НКО. Основное взаимодействие с фондом президентских грантов идет в электронном виде. И, на мой взгляд, удалось, во всяком случае, на данном этапе максимально разбюрократить этот процесс. Такой подход себя оправдывает. В этом году на конкурс подано заявок более 16 тысяч. И что особенно приятно и что особенно радует, это в значительной степени заявки из регионов Российской Федерации. Чего греха таить, раньше было так, что основную все-таки долю получали в основном в Москве, сейчас ситуация поменялась, свыше 70, уже под 80% заявок удовлетворяется регионального характера. Но хочу подчеркнуть, главное, разумеется, это не цифры, а конкретная реальная польза от получивших поддержку проектов. Достижение максимальной отдачи для людей, для их социального благополучия. Хотел бы вновь сказать о тех важных инициативах, которые мы продвигали с вами вместе. Имею в виду установление для НКО статуса исполнителя общественно полезных услуг, а также расширение доступа НКО, которые работают в социальной сфере, к бюджетному финансированию. Мне было тоже приятно услышать, что, как правило, устанавливаются очень хорошие отношения с местными администрациями, с региональными органами власти. В региональные реестры поставщиков социальных услуг сегодня внесено уже несколько сотен НКО. Но, конечно, очевидно, что это только начало. Нам нужны тысячи таких организаций по стране, которые готовы брать на себя ответственность, выступать надежным партнером государства в социальной сфере. А все, кто здесь присутствует, все, кто работает в этой области, доказали, что к этому готовы. Обращаю внимание моих коллег в регионах Российской Федерации, губернаторов, региональных, местных властей, нужно опираться на гражданскую активность. Вместе с общественными палатами создавать благоприятные условия для работы НКО в социальной, да и в других сферах. Нужно понимать людей, доверять им. Тогда можно многое сделать и в маленьком поселке, и в большом городе.
Там, где жители искренне болеют за дело, включаются в работу, предлагают конкретные решения проблем, многое делается и многое меняется к лучшему. Граждане должны иметь широкие возможности для того, чтобы контролировать работу органов власти, влиять на повышение ее качества, эффективности этой работы, через различные механизмы, включая территориальное общественное самоуправление, добиваться учета своих интересов. Но те, кто здесь в зале присутствует, они это делают с помощью так называемой мягкой силы, то есть предлагают решения, организуют их работу по этим направлениям. Ну, я вот еще раз хочу, чтобы меня в регионах услышали, грех не поддержать такие начинания. Да, конечно, не везде чиновники пока готовы к диалогу, к совместной работе, но именно ваша настойчивость и убедительность ломает эту бюрократическую закостенелость. Мы вместе все больше будем делать, уверяю вас, будем стремиться к продуктивному взаимодействию в самых разных сферах, в том числе в таких сложных и чувствительных, о которых мне сейчас только что ваши коллеги рассказывали, имею в виду работу и с людьми с ограниченными возможностями по здоровью, работу со школьниками, работу в медицине, работу по нашей истории, по поиску, по поисковую работу и так далее. Причем, вот что интересно, это и в регионах России происходит, на всей огромной нашей территории, и за границей работают тоже волонтеры наши. Очень интересно и очень полезно. На таких примерах, безусловно, нужно учиться работать вместе. Я сейчас обращаюсь не только к вам, но и к своим коллегам, как я уже говорил, в регионах Российской Федерации. Надеюсь, что это будет, такая работа будет только расширяться. Я хочу пожелать всем вам удачи, успехов во всех ваших начинаниях. Я хочу вас поблагодарить за вашу работу и за внимание. Всего доброго. Удачи вам. Спасибо. Спасибо.